Здравствуйте, дорогие мои зрители! Хочу обзорно показать вам сегодня некоторые изделия, тут и новые, и забытые старые. В общем, поехали. У нас сегодня низельбер в серебрении. Итак, поехали. Зеленый опал. Шикарные серьги, обратная сторона, еще более шикарное колечко, маленький размер 17, маркиз, 3500 рублей стоит комплект. Серьги розовый кварц, маленькие, легкие, для тех дам, кто не может носить, ну, по каким-либо причинам, тяжелые серьги. Вот, пожалуйста, как альтернативный вариант. Вот такие 2000 рублей. Серьги симберцит. Тот же самый английский замочек. Очень легкие, 2500 рублей. Родонит. 19 размера, яркое, сочное и небольшое колечко. С такими же яркими, сочными сережками. 4000 стоимость комплекта. Размер колечка 19. Зеленый авантюрин. Вот такое кольцо. Обратная сторона, 20 размер. Вот такие у нас переливы и красоты, и замечательные наши серьги. Посмотрите, пожалуйста, очень женственные, очень красивые серьги. 5 сантиметров длина серьги. Серьги не тяжелые, тонкий спил. Посмотрите, пожалуйста. 4000 рублей стоит такой комплект. Дальше наш шикарный комплект с эвдиалитом. Сказочное кольцо. Очень стильное. Посередине прямо роза выписана. Очень сильно напоминает миниатюру. Вот такое шикарное кольцо и наша замечательная подвеска. Посмотрите, пожалуйста, какой роскошный комплект. Цена комплекта 4000 рублей. Еще один комплект. Моховый агат. Вот так здорово. Шикарнейшее кольцо. 19 размер. Чуть поярче сделаю. Вот так. Посмотрите, пожалуйста, все веточки, все травиночки. И к нему роскошнейший кулон. Вот такой комплект. 3500 рублей. Еще один комплект. Агат. Тоже мох. Но он немножечко другой. У нас в таких бело-рыжих тонах. Маркиз колечко. И очень стильные серьги. Посмотрите, пожалуйста. 4500 рублей стоит такой стильный комплект. Длина серьги 6 миллиметров. 6, простите, сантиметров. Горный хрусталь. С таким бежевым надцветом. Очень сильно, ну, ближе к рауху. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот такие капли вместе с
фианитиками на швензах. И вот такой бежевый на цвет у нас. 4000 рублей стоит хрусталь. Лизардит, капля, летний комплект, 19-й размер. И очень легкие летние яркие серьги. 4000 рублей стоит комплект. Астрофилит. Я его показывала в прошлый раз. Его откладывали. Ну, видимо, что-то не сложилось. Вот такой комплект. Вот роскошнейшее кольцо 19 размера. Значит, эта конструкция, напоминаю, колец позволяет увеличить либо уменьшить колечки. И вот такие серьги. 4000 рублей стоит комплект с астрофилитом. Стильные очень треугольники. Серафинит. Серафинит экстра класса. Размер 18,5. Форма маркиз. Комплект не маленький, но и не тяжелые серьги. Посмотрите, пожалуйста. Вот такой. Вот так это все смотрится. Длина серьги 6,5 сантиметров. Очень стильный комплект. 4000 рублей. И покажу я вам колечки отдельно. Азура малахит 18,5. Сейчас по-другому покажу. Вот 2000 рублей. Капля яркая, родонит 19 размера. Очень стильное колечко. 2000 рублей. Ой, упала. Вот такой кварц-волосатик. Оказывается, он и таким еще бывает. Не только тем, что я вам показывала в серебре. Вот такой кварц. 1600 рублей. Наши замечательные марионы. Овал, высокий кабошон. Размер колечка 18,5. Посмотрите, кругленький. 1600 рублей. Марион, красавец. Колечко номер 2. Капля. Высокая. 19 размера, 1600 рублей. Еще один марион. Вот такой красавец. Со шторочками, с областями иризации. Посмотрите, пожалуйста, вот показывает себя, как он. 18,5 размер, 2000 рублей. Хром-диапсид, яркий, сочный, зеленый, 19 размер. Удлиненная капля, 2000 рублей. Авантюрин красавец, высокий, прямоугольник, 18,5 размер, трещиноватый, как и положено, с областями иризации, 1500 рублей. Наш агат. Вот такой красавец. Высокий кабошон неправильной формы. 18,5 размер. 2000 рублей. Обсидиан. Единственный у меня остался.
18 с половинкой размер, тоже хороший защитник. 1200 рублей. Розовый кварц. Шторочка, посмотрите, пожалуйста, идет. Значит, хочу обратить ваше внимание на вот эти моменты. Это не трещины. Посмотрите, пожалуйста, толщину камня. Это внутренние шторки. И они имеют место быть в натуральных камнях. 2000 рублей. Вот такое стильное кольцо. Еще один розовый кварц. Тоже со шторочками. Посмотрите, пожалуйста. Большой размер. 20-й. 2000 рублей. И покажу я вам наши шикарные лабрадоры. Значит, лабрадор номер один. Вот с таким шикарным свечением. Значит, посмотрите, пожалуйста, вот здесь идет. Сейчас я покажу вам наслоение. Это не трещина. Посмотрите, это слой, слоистый камень. Вот он, и здесь еще идет камень на подложке. Вот так проходит вот этот слой. Значит, стоит наш шикарный лабрадор. Вот я еще вот так вот вам его покажу. 1200 рублей. Вот такой красавец. Это будет лабрадор номер один. Дальше вот такой желтовато-зеленоватый. 18,5 размер. 2000 рублей. Значит, лабрадор номер один был 19 размера. Посмотрите, пожалуйста. 1200 рублей. Так, значит, этот сказала 2000 рублей, 18,5 размер. Значит, еще один лабрадор, посмотрите, пожалуйста, тоже невероятнейший. Двойная шинка 19 размера, 2000 рублей. И еще один лабрадор у нас. Покажу тоже с невероятнейшим свечением. Вот такой красавец. Двойная шиночка, 20 размер. 2000 рублей. Вот он, вот, красавец. Все, на этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Так, как же так положить, чтобы вы-то еще полюбовались? Вот. Смотрите, пожалуйста. Я вам немножечко вот так покажу еще обзорно все то, что я вам рассказала сейчас. Вот. До новых встреч. С вами была Татьяна.